начать с эпохи Танаха, то история с Элияу и жрецами Баала, которая происходит на отрогах горы Кармель, когда он там приносит в жертву 400 быков, и дождь не начинается, и Элияу там, если вы помните, приносит тоже жертвы, начинается дождь, происходило несколько километров отсюда, вы проезжали это место, буквально вот между нами и Йокнамом. История с пророчицей Дворой, с Бараком, с Сисрой, война против Сисры, которая закончилась поражением Сисры, история с Яэль, тоже происходит здесь, прямо вот несколько километров от нас находится ручей Кишон, в котором вся эта история происходила. Это в эпоху Танаха, места суперисторические. Если кто-то помнит, в этой истории упоминается место Хорош-Тагоим. А можно немножко историю? В двух словах историю? Да. Окей, эпоха судей. Эпоха судей – это следующая эпоха после завоевания страны евреями после исхода из Египта. Приходят евреи в страну, захватывают страну, не захватывают ее полностью. Остаются здесь анклавы не еврейские, а ханаанские. И между этими анклавами и евреями постоянно идет борьба и постоянно конфликт на протяжении 200 лет. И один из таких анклавов находится на севере, в районе современной Кириат-Шмоны, Рош-Пины. И царь этого маленького царства, зовут его Сисра, он выходит на войну с евреями. Евреи в то время, у них нет центрального руководства. Каждое колено живет само по себе и решает свои собственные проблемы. Примерно так же, как славянские племена до объединения Руси. Славянские вот эти вот княжества, да, русские. И когда есть какой-то конфликт, война, то просто естественным образом возникает какой-то лидер, который объединяет несколько колен или все колена, выходит на войну, побеждает или не побеждает. И когда эта сестра выходит на войну с евреями, нету лидера такого четкого явного в народе, а есть пророчица, женщина, которая судит народ, зовут ее Двора. И она вызывает к себе одного из военачальников еврейских тогда, которого зовут Барак, сына Винуама. И говорит ему, за мной люди не пойдут, я баба, давай ты будешь руководить войском. Он говорит, да кто я такой? Она говорит, не бойся, я буду с тобой, я тебе помогу. И встречаются они на поле боя, выманивают, поскольку у евреев тогда не было железа и не было железных колесниц боевых, а у хананейцев эти колесницы были, то нужно было как-то аннулировать это преимущество хананейцев, поэтому война происходит зимой. И они выманивают хананейцев в устье ручья, в место, где течет ручей. Земля там рыхлая, влажная, их колесницы просто вязнут в земле. И таким образом евреи их побеждают. Военачальник хананеев, которого зовут Сисра, их царь, убегает, за ним гонится. Он прибегает к... называется, к союзникам евреев. Судя по всему, потомков Ятро, тестя Моше, которые встречают его, женщина там, которую зовут Яэль, заводит его в свой шатер, поет его молоком и вином, он засыпает, она берет колышек с молотком, пробивает ему голову, после чего Двора, пророчица, поет знаменитую песню Дворы. Вся эта история происходит здесь. Более не менее, то место конкретно, в котором мы с вами находимся, скорее не то, где мы находимся, а вот этот холм над нами, это место, которое называется Бейт-Шеарим. Почему Шеарим? Потому что, во-первых, это ворота в Израильскую долину. Бейт-Шеарим – дом ворот. Да? Ворота в Израильскую долину, за нами находится Израильская долина, которая была житницей Израиля всегда, как Украина в Советском Союзе. Еще одно объяснение, почему это место называется Бейт-Шеарим, есть район в Иерусалиме, который называется Меа-Шеарим. Почему он называется Меа-Шеарим? Не 100 ворот в том-то и дело. Шеарим – это от слова шиур. А шиур – это не только урок, но еще и какая-то мера. Да? Меа-Шеарим – это не 100 ворот, а 100 мер, потому что основан был этот район в ту недельную главу, когда читали про Исхака, что он посеял пшеницу и собрал 100 мер. То есть 100 раз больше, чем посеял. Бейт-Шеарим – это дом мер. А не обязательно дом ворот, потому что сюда привозили весь урожай из Израильской долины, которая за моей спиной, и здесь его хранили, и здесь его взвешивали, и здесь находился довольно... А типа амбары, да. Амбар. Примерно так. Иосиф Флавий,
когда он воюет против Римлян, Иосиф Флавий, он же был военачальником Галилеи. И он пишет автобиографическую книгу, в которой он, в частности, упоминает Бет-Шеарим. Он говорит, мы пришли в Бет-Шеарим с нашим войском. 4 километра от нас находился римский легион, и в Бет-Шеарим я выставил стражу, чтобы охранять огромные склады с продовольствием, которые римляне могли захватить в эпоху второго храма, где-то 2000 лет назад. Это место принадлежало королеве Беренике. Королева Береники, она была сестрой Агриппаса. Иерусалимцы знают такую улицу Агриппас. Так вот, Агриппас был царь Иудеи в 40-х годах первого века, а его сестра владела всем этой местностью, и местность была супербогата. Окей? Это вкратце про Бет-Шеарим. Теперь, сегодня, когда вы говорите имя Бет-Шеарим, сразу четко у людей четкая ассоциация с самым большим, известным, значимым и богатым некрополем еврейской истории. Мы находимся с вами посредине города мертвых. Все вокруг здесь, все мертво, все вокруг здесь, все эти горы вокруг, в них вырыты огромные пещеры, и в этих пещерах хоронили людей. Группа, которая стояла там, зашла внутрь. Мы зайдем в этот дворик, поговорим немножко про то, как хранили, почему и каким образом. Когда они выйдут, мы зайдем, посмотрим, что там. Через год промывают кости. Это где-то... Разрубить их на куски. О! Самый правильный ответ на мой вопрос, как евреи хоронят умерших, это «А в какое время?» Было три... Во-первых, да. А во-вторых, это действительно верно, потому что были три разных периода, в которых хоронили абсолютно по-разному. Первый период – это период первого храма, когда хоронили следующим образом. В скалах вырубали обычно пещеру. В этой пещере делали каменные такие вот, как кровати, со специальной круглой выемкой для головы. Открывали пещеру снова. От мертвого оставались, естественно, только кости. Брали эти кости, собирали их, и под полом находилась такая яма с отверстием в полу, в которую эти кости тупо сбрасывали. Эта яма называется «маасефа», от слова «лесов» – «собирать». И поэтому, когда в Танахе и в Торе упоминается выражение «Вене эсав эль амав», и отправился к своим праотцам, и отправился к своему народу, имеется в виду не только такое вот абстрактное представление, что человек умер и присоединился к своим предкам на небе, а имеется в виду совершенно конкретная вещь. Его кости находятся теперь вместе с костями его предков вот в этой маасефе. Обычно это были фамильные склепы. Okay? Это эпоха первого храма. Маасефа мишпахут. Страшные люди. Окей, теперь. В эпоху второго храма ситуация немножко меняется, но не кардинально. Человека кладут на труп, кладут на год. Опять же, через год остаются только кости, но их теперь уже не сбрасывают в какую-то общую яму, а кладут в специальную урну, которая называется греческим словом... Саркофаг. Глускема. Так вот, эта глускема обычно была компактная очень, и ее величина определялась длиной самой длинной кости в скелете человека. Большая? Это бедро. Вот такая примерно. И такие глускемот ставили в специальные ниши в стенах вот этой пещеры. Таким образом, пещера выглядела просто как сегодня вот есть эти самые крематории, да, с такими вот квадратиками, да. Стены такие. Вот так же выглядели захоронения в эпоху второго храма, то есть около 2500 лет назад. Теперь, то, что мы видим здесь, это переход от второго способа похорон к нашему способу. Сегодня мы хороним в земле, а сегодня мы не собираем никуда кости. То, что мы увидим здесь, мы увидим людей, похороненных в гробах, в саркофагах, да? Но не в земле, а в пещере. Теперь, почему именно... Мы сейчас зайдем внутрь. Тут есть несколько, тут на самом деле очень много таких вот пещер. Не все раскопаны.
и не все открыты. Самые две самые известные пещеры, это пещера, в которую мы сейчас зайдем с вами, называется она пещера саркофагов, потому что здесь на довольно маленькой территории находится 130 саркофагов практически со всего еврейского мира. Здесь есть саркофаги из Эрец Исраэль, Месопотамия, Малая Азия, Йемен, Греция, Финикия. Здесь есть свинцовые саркофаги из Финикии. Здесь, сейчас расскажу. Здесь есть чернобыльно-бетонные саркофаги. Сначала свинцовые, да? Значит, да, они радиоактивные, осторожно. А поэтому здесь нет. Мраморные саркофаги, мрамор из Италии и из местных материалов. Когда человека хоронили, особенно важного человека, богатого человека, принято было, что в годовщину его смерти над его могилой устраивали учебу в память о нем или для, так сказать, то, что называется, для поднятия его души. И поэтому над двумя самыми крутыми пещерами здесь, над этой, это номер 20, и над следующей, номер 14, если мы отойдем подальше, мы увидим там такой типа амфитеатр, на котором сидели и учились. И мы находимся с вами в дворике, который использовался для похоронных церемоний. Представьте себе пышные похороны. Здесь с двух сторон вы видите остатки таких вот как трибун, что ли, да, скамеек, на которых сидят уважаемые члены общины, вносят гроб сюда, торжественно проносят, заносят туда, закрывают двери, и на этом заканчивается церемония. Окей? Теперь, человек, который заходит туда первый раз, никак не может понять, что евреи действительно так хоронили в таких саркофагах своих умерших, потому что если вы увидите, если вы посмотрите внимательно, вы увидите на этих саркофагах, чего только не нарисовано. Там есть грифоны, там есть орлы, там есть быки, там есть всякие элементы греческой мифологии. Самый богатый и дорогой саркофаг отсюда убрали, он в музее, на котором изображена сцена охоты амазонок. Не более, не менее. И все задают вопрос, почему евреи, которые, казалось бы, очень дистанцируются от идолопоклонничества и написано «не сделай себе никакого изображения», почему они делают такие изображения на своих гробах? Если бы это было какое-то мелкое кладбище на периферии, можно было бы как-то это объяснить. Но здесь в определенный период времени сидит Санедрин, высший религиозный совет евреев. Без разрешения Санедрина такие изображения греческой мифологии сюда невозможно было бы внести. Почему мудрецы не сопротивляются, почему евреи, казалось бы, абсолютно равнодушно, даже с какой-то симпатией, относятся к элементам идолопоклонничества? Значит, было несколько ответов на этот вопрос у исследователей, но я вам хочу предложить общий такой подход. Скажите, пожалуйста, кто помнит начало Евгения Онегина? Ну давайте, я вас остановлю. Да, я вас остановлю. Дальше. Печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Слушайте внимательно следующую фразу. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышний волею Зевеса, потомок всех, наследник всех своих родных. Теперь, Пушкин был греческий идолопоклонник. Почему Всевышний волею Зевеса? Конечно, в рифму, но он христианин. Извините. Всевышняя воля, она у Зевеса разве? Я думаю, это ключ к пониманию того, что здесь происходит. Мы с вами говорим про захоронение, которое датируется примерно 2, 3, 4 веком нашей эры, когда идолопоклонничество Римской империи сходит на нет. Евреи не чувствуют опасности с этой стороны, христианство поднимается,
И народ относится ко всем этим идолопоклонническим мансам и ко всей этой ко всем этим, да, ну, относится как к сказкам, как к какой-то такой вот народному творчеству, не принимая абсолютно эти вещи всерьез. Точно так же, как Пушкин, не думаю, что верил в Зевса, а точно так же и евреи, которые здесь хоронят и изображают богинь победы Ника на своих саркофагах, я не думаю, что они верили в то, что они изображают, просто это часть общей культуры. Типа просто красиво было? Просто красиво. В синагогах изображения Юпитера были, да? Гальгала Мазалот, да, 12 этих самых, посредине Юпитер с солнцем вместо головы правит своей колесницей и едет по небу. С этим не было проблем в 3 веке нашей эры, и евреи относились к этому как к каким-то детским сказкам, поэтому это то, что происходит здесь. Окей? Вопрос. Почему именно это место становится центральным некрополем еврейской жизни на протяжении 200 лет? Почему именно сюда, из Греции, из Йемена, приезжают люди хоронить своих мертвых? Или завещают похоронить меня в Бейт-Шеарим, а он живет в Месопотамии, в какой-нибудь или в Малой Азии? Почему именно в Бейт-Шеарим? Совершенно верно. Здесь кто-нибудь был похоронен, какой-нибудь важный человек. Абсолютно верно, мы про этого важного человека с вами поговорим. Но в общем и целом есть такой подход, что быть похороненным в Эрец-Исраэль, это все равно, что быть похороненным под жертвенником. Да, это как бы считается большой заслугой. Люди ехали сюда умирать, они ехали сюда жить. Вплоть до 19 века. Нам известны случаи, когда люди... Да, пишут в своем завещании похоронить меня в Иерусалиме уже в 19-20 веке и до сегодняшнего дня. Кузари пишет, что это очень плохо, потому что лучше жить в Иерусалиме, чем в ней лежать. Да, совершенно верно. Теперь про Бейт-Шеарим, почему именно это место стало таким вот притягательным. Для евреев диаспоры мы поговорим позже. Я хочу завести вас внутрь. Давайте посмотрим, позволить себе. Вот вы закрываете один из самых впечатляющих саркофагов здесь. Посмотрите на работу. Это не местная работа. Это работа европейская. Судя по всему, греческая, римская. Очень часто привозили с собой саркофаги из-за границы. Или же привозили болванку из мрамора какого-нибудь богатого итальянского с наметками тамошнего мастера. Как должен этот саркофаг выглядеть, а местные мастера уже дорабатывали. Okay? Но это полностью иностранная работа. Судя по всему, евреи, которые хоронили здесь своих мертвых, не были уж такими религиозными и не так уж сильно исповедовали и придерживались всех законов иудаизма. Поэтому вполне может быть, что они хоронили своих мертвых не только в таких богатых саркофагах, но еще и в богатом прикиде. Да? Поэтому может быть, что там действительно были ценности. Кроме того, охотники за ценностями не обязаны знать, что евреи, как евреи хоронят своих умерших. Они могли думать, что там... куча богатства, на самом деле страшно обломаться после каждого саркофага. А? Не, ну потому что евреи всегда управляли деньгами. Да, опять же, евреи деньги, да. Теперь, вот этот саркофаг, он просто очень красивый, осталось от него, просто видно, какая здесь работа. А тот саркофаг, который находится за вами, это саркофаг, который называется саркофаг Ник, потому что на нем изображены две Ники, богини победы. Я не знаю, видите вы этих Ник или нет. Но... А как можно понять, что это Ника, а не Психея? Я не знаю. Вот эта голова. Да. Судя по всему, по крыльям. Я не знаю точно. Вот эта голова, глаза, нос, рот, а это крылья. И ножки. И ножки. И это одна Ника. Вторая Ника, вот она, вот ее голова, вот ее крылья. И они держат вино, который очень похож на тот вино, который налетел на Януковича. Потому что, судя по изображениям саркофагов, действительно ставили венок на подножке, на таком треугольничке с ногами, рядом с могилой. И он выглядел вот такой вот круглый венок, просто как сегодня ставят на возле вечного огня, да. И очень часто можно увидеть изображение такого венка той или иной степени как бы обработки. Окей? Okay? Если вы пойдете туда, вы увидите одну из самых прикольных, наверное, хануки, минорот в Эрец-Исраэль. Если уж мы к ней пришли, то я обязан вам рассказать эту массу, она очень прикольная, про минору. Здесь есть люди, которые тусовались в Хабаде, да, хабадины,
Есть? Все, да? Все. Скажи мне, пожалуйста, как хабатники изображают минору? Она такая, правильно? Почему они так изображают минору? Они говорят, что это единственное правильное. Почему? Что? Рамбам. Теперь, откуда хабатники знают, что минора была треугольная, то есть у нее были прямые вот эти вот ветви, а не полукруглые? Потому что изображение такой миноры находится в книге, написанной рукой Рамбама, и, судя по всему, Рамбам начертил на полях своей собственной рукой такую вот треугольную минору. Почему? В одной из своих книг Рамбам обсуждает вопрос, как именно должна выглядеть минора. То, что интересует Рамбама, в описаниях миноры в Торе есть понятия такие, как кафтор бафер. Перах и кафтор. Кафтор это просто утолщение, а перах это действительно изображение такого цветка, которые украшали вот эти вот ветви и центральный ствол. И очень важно Рамбаму было объяснить, как именно эти кафтор бафер распределялись по миноре, поэтому он рисует изображение миноры, и на этом изображении он показывает, где вот эти вот украшения находились. Теперь, хабатники практически во всех вопросах идут по мнению Рамбама, принимают мнение Рамбама. Рамбам нарисовал эту минору собственными руками треугольную, поэтому хабатники до сих пор все свои ханукиот, они рисуют вот такую треугольную. Теперь, вопрос. Как действительно выглядела минора? Потому что все остальные, кроме Рамбама и Хабатчика, изображают ее вот так. Теперь, дамы и господа, у кого из вас есть на себе тудадзу? У меня. Дай мне его, пожалуйста. Я не обещаю, что вернусь. Да? На всякий случай просто. Есть? Сейчас мы все выйдем. Сейчас мы все выйдем. Окей. Если вы берете туда дзывот, вас... Это ты? Вас? На это она последний раз. Окей. Еще не так, не просто так выйдет. Это первый раз он не может вытаскивать. Он прирос, прирос. Обратите внимание. Это герб государства Израиля. Обратите внимание на минору. Круглая, правильно? Откуда мы взяли это изображение? С римской армии Тита, арки Тита, да? Тит, судя по всему, взял эту минору в качестве трофея, возвратился в Рим, выбил себе это изображение миноры на своей триумфальной арке, и оттуда действительно было взято вот это изображение, включая подставку и включая украшение на подставке. Все полностью. Кто прав? Тит, который разрушил храм, или Рамбам? Для того, чтобы ответить на это. Тит видел это, да? Но Рамбам все-таки как бы. Рамбам все-таки, да. С другой стороны, значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вас попрошу еще одну вещь. Смотрите, пока Линда стоит далеко, ее она не слышит, мне очень мало платят за эту экскурсию. Поэтому, если можно, пожалуйста, да. Мы с вами соберем тут каждого. Кто еще может помогите мне, пожалуйста. Давайте начнем с минимума. Кто мне может дать 10 огородов? Нет, нет, беру только 10 огородов. Есть? Дай мне, пожалуйста. Спасибо большое. Теперь, на 10 огород вы видите фрагмент древней монеты, на которой изображена минора. Изображение миноры здесь полукруглое. Кто изобразил полукруглую минору на древней монете? А чья монета? Чья монета? О! Изобразил минору на своей монете один из хасмонейских царей, по-моему, Йоханан, который одновременно был царем, то есть имел право печатать монеты, и он был священником, то есть имел право заходить в храм, и он видел своими глазами эту минору. И он изобразил ее полукруглой. Что же тогда делать с бедными хабатниками? Я слышал однажды... Серьезно? Ну, спасибо, дорогой.
Я однажды слышал лекцию одного из работников, то, что называется Махона Мигдаш в Иерусалиме, храма, института по изучению храма. И он сказал, что когда основатель этого института по изучению храма решил создать свой институт, он поехал в Нью-Йорк к Любавичскому Рэбе попросить у него благословения. И Рэбе ему сказал: я разрешаю, я даю тебе свое благословение на создание такого института при условии, что все детали храма и всю утварь храма вы будете строить по мнению Рамбама. И когда они дошли до Минуры, у них была серьезная проблема, потому что по всем историческим сведениям, по монетам, по аркетита, посмотрите, пожалуйста, сюда, куда бы вы ни посмотрели, везде полукруглый Минурот. И только у хабадников и у Рамбама она треугольная. Но у Раши, который, да, который, но, и тогда он сказал, то, ну, делать ничего не поделаешь, нужно идти по своему слову, обещанному. И они собрали золото, которое подарил им всем известный нам Рабинович, Вадим, и из этого золота отлили Минуру. Теперь проблема у них была такая. Минура должна быть выше человеческого роста, то есть где-то выше, чем 180 сантиметров, но с другой стороны на нее полагается 22 килограмма золота. То есть она высокая, золота немного, получается, что она очень тонкая. Они отлили Минуру треугольную, поставили ее, приходит на следующее утро, все веточки завяли под собственной тяжестью. Они офигели. Да? Золото? Из-за золота, да. Золото — мягкий металл. Они просто опустились. Они офигели, сказали: ну, это доказательство, что Рамбам был, наверное, неправ. Давайте переплавим, сделаем полукруглые веточки. Сделали полукруглые веточки. Он говорит: и что вы думаете? Они опустились не через день, а через неделю. И тогда мы выдвинули концептуальное решение. Они сказали так: написано высота Минуры, написано 22 килограмма золота, но никто же не сказал, что кроме золота туда больше ничего нельзя положить. Поэтому они сделали металлический стальной каркас и облили его расплавленным золотом 22 килограмма. И таким образом та Минура, которую вы видите сегодня в Иерусалиме, полукруглая, она в середине стальная. Стоит до сих пор. Okay? Это по поводу этого. Теперь по поводу основания. У Рамбама в его книге, там, где она треугольная, у него еще она стоит на трех ножках. Потому что по Торе она должна стоять на трех ножках. На арке Тита, посмотрите на свой туда дзуб, там такое массивное тумба. Если мы посмотрим сюда, на 10 огород, мы увидим, что никаких трех ножек нет, а тоже такая вот платформа, на которой стоит эта Минура. И у них тоже был серьезный вопрос, а как же делать внизу, что же делать, три ножки или платформу. В конце концов, они сделали чисто по-еврейски. Если вы обратите внимание, вот эта вот Минура, которая перед Котелем, внизу тумба, эта тумба стоит на трех ножках. Гениальное решение. Теперь, чтобы никого не обидеть, как они объясняют тот факт, что они сделали полукруглую Минуру, а на самом деле у Рамбама она треугольная. Они объясняют это очень просто. То, что интересовало Рамбама, это не сама форма Минуры, а украшение на ней. И поэтому он рисует схематически Минуру как легче, и уже на ней делает акцент на этих украшениях. Окей? Рамбам мог бы нарисовать и половину Минуры, она же симметричная, и половину Минуры, и тоже сделать бы это, как бы объяснить, как выглядит это украшение. Я не думаю, что хабадники тогда бы начали ставить половину Минуры, но это объясняет... Знать нельзя. Но вполне может быть. Но это объясняет тот факт, что у Рамбама она треугольная, а не... Судя по всему, Минора действительно выглядела так, потому что все изображения Миноры, без исключения практически, которые мы встречаем, с 1 века до 6 века в синагогах нацарапанные. Здесь в синагоге, кстати, над нами есть тоже изображения Миноры, они все полукруглые. И на этом заканчивается лекция про Минору. Давайте мы сделаем так. Теперь, после восстания Бар-Кохбы вся Иудея была полностью разрушена и освобождена от евреев, и евреям запрещено было там селиться. И поэтому Санедрин где-то в 30-х годах 2 века, 135, 136, 137 года, переезжает на север. Потому что центр еврейской жизни переносится из Иудеи и район Иерусалима переносится на север в Галилею. Не-не-не, Тверь это последний пункт. Кто? Не, я не знаю про Корбан Песах ничего. Из Иерусалима в Явне,
изъявнив Уша. Кто знает, что такое Уша? Мы это помним Вавилон, да? Нет. Уша – это место, которое находится сегодня между Назаретом и Крайот. Если кто-то знает север Цомет-Сомех, Цомет-Сомех, 2 километра от него находится Уша. Из Уши – Шфар-Ам. Шфар-Ам – это одно из самых древних еврейских поселений на территории Израиля. До сегодняшнего дня там находится древняя синагога, посреди арабов просто. Из Шфар-Ама в Бейт-Шеарим, из Бейт-Шеарим в Ципори. Из Ципури в Тверию, и в Твери заканчивается история Санедрина. Санедрин перенесли из Шфарама в Бет-Шеарим, поскольку здесь жил глава Санедрина, он перетянул его за собой. Кто этот глава Санедрина, про которого мы с вами говорим? Потомок великого Елеля, внук и сын глав Санедрина, передавалось это по отцовской линии, звали его Раби Иуда. Чуть позднее добавили ему к имени еще и кличку Раби Иуда Наси. Раби Иуда Наси, про него сказано, что не было человека, который бы лучше соединял в одном лице и красоту, и мудрость, и богатство. Это человек, которого практически все любили и уважали. Где его мужчины потомки? Сейчас мы увидим. Все здесь. Сейчас мы увидим то единственное место, где они остались. Нет, живые. А, живые? Ну, извините. А шешпо. Чем богаты, тем рады. Короче говоря, говорят про него, что его главный конюший, так называется? Конюх. Да, то есть, короче, человек, который был ответственен за его лошадей, он был более богатый, чем персидский царь. Ему принадлежали 24 поселения, во-первых, из-за того, что ему передали по наследству, это его предки, а во-вторых, потому что он был одним из ближайших друзей, не больше, не меньше, как римского императора. Римский император, непонятно точно, кто это, потому что его наши еврейские источники называют Антонинус. Но вся династия тогда императоров называлась Антонинус. И во времена жизни Раби Иуда Наси было 3 императора, второе имя которых было Антонинус. Или это Марк Аврелий, знаменитый философ, или это Каракалла, или это Антониус Сервиус. Но так или иначе, один из этих императоров был ближайшим другом Раби Иуда Наси. Они общались как официально, так и неофициально. Рассказывает легенда, что когда император приезжал в Израиль, у него была своя резиденция недалеко от дома Раби Иуда Наси. И между резиденцией императора и домом Раби Иуда Наси проходил подземный туннель, по которому император приходил в дом Раби Иуда Наси навещать его. И говорит легенда, что он заходил в этот туннель с 2 телохранителями, с 2 своими рабами. Одного он убивал на входе, а второго убивал в конце туннеля, чтобы никто не знал, куда этот туннель ведет, и не проговорили, что он общается с еврейскими мудрецами. А обратно, судя по всему, ему послал Раби Иуда Наси своих. Я тоже задал этот вопрос, обратно как? Я не знаю. Но так или иначе, когда этот император умирает, Раби Иуда Наси говорит фразу, которая потом становится пословицей на иврите. Он говорит «Нит парда хахавила». Разорвалась связь. Да, мы были связкой, мы были как 2 части одного целого. Вот он умер, ближайший мой друг погиб. Раби Иуда Наси был, с точки зрения римлян, представителем евреев всего мира перед римскими властями, и они относились к нему как к царю, как Раби Милюбавич. Вот сразу видно при Хабаде. Он практически все полномочия всех еврейских мудрецов перевел на себя. И он был просто авторитетом абсолютно полным, и никто ему не имел права, и боялись, собственно, ему перечить. И у него было несколько целей в своей жизни. Одна из целей, кстати, есть такая фраза, которая говорит, что когда умирает Раби Акива, в тот же день рождается Раби Иуда Наси. То есть мы знаем, когда он родился. Раби Акива погиб в конце восстания Бар-Кохба, его римляне казнили. То есть где-то в 135 году рождается Раби Иуда Наси. И его одна из целей его жизни была
лечить те раны, которые оставили в еврейском народе великое восстание, восстание Бар-Кохбы. И поэтому Раби Иуда Наси всеми своими силами показывает и устанавливает законы. Нельзя восставать против Рима. Он пытается подавить мессианские брожения в народе, чтобы, не дай Бог, народ не восстал, потому что сейчас наша цель сохранить существующее и выжить. У нас нет сил для еще одного восстания против Рима, и нет смысла это делать, потому что отношения довольно корректные между Римской империей и еврейским народом. И Раби Иуда Наси живет в эпоху, когда народ стоит на перепутье. В Великое восстание против Рима было убито огромное количество народа. Сотни, тысячи, десятки тысяч евреев. Восстание Бар-Кохбы было еще более жестоким. В восстание Бар-Кохбы погибло несколько миллионов евреев здесь. 2 или 3 миллиона. Последний бой восставших с римлянами, бой... Знаешь, сколько было евреев в первом веке нашей эры? В мире? Судя по всему, 18 миллионов. 10% населения Римской империи были евреи. Это говорят не только еврейские источники, это говорят римские источники. Они не могли так размножаться. Почему? Это религиозные евреи, они только большими школами. Давайте подумаем. Когда из Египта они вышли? Ну, по ребенку в год. 1500 лет до нашей. Какой год? 14 век до нашей эры. Прошло, извините, 1500 лет. Окей. Теперь, я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать, что нет, мы судим по средним векам. Люди не жили 30 лет, люди жили 70 лет. Это видно по многим источникам в Пирке. А вот когда говорится там 40 лет Лезе, и 60 лет Лезе, и 80 лет Лезе, и 90 лет Лезе, да? То есть там упоминаются цифры вполне так, современные. На свежем воздухе, опять же, органическая еда, фрукты. Нету тяжелых мероприятий здесь всяких. Многоженство, да. Нет, народу было масса. Теперь, то, что происходит после этих двух восстаний, это погибает масса мудрецов, погибает масса учеников. И поэтому, обратите внимание, третий век нашей эры записывается все, что можно только записать и существовало раньше устно. Окей? Устная Тора записывается, Каббала, книга Зор, записывается, на Тору ставятся огласовки, это изобретение третьего века нашей эры, чтобы не забыть, как ее читать, потому что у всех людей ощущение, что сейчас происходит такое, такая деградация учености, что пройдет 1, 2, 3 поколения, мы просто все забудем. И Раби Иуда Наси, как величайший человек своего поколения, решает взять на себя ответственность, нарушить прямой закон Торы и записать устную традицию, потому что он говорит так, лучше я нарушу один запрет и запишу устную традицию, чем мы все забудем, и тогда будем нарушать все. И поэтому вторую часть своей жизни, будучи сидя в Бет-Шеарим, здесь, он посвящает тому, что он кодифицирует устную Тору, собирает все мнения мудрецов на тему, как исполнять различные заповеди, приводит это в встроенную систему и пишет книгу, которую делит на 6 отделов и называет эту книгу Мишна. Мишна также называется еще по названию своих 6 разделов Шас. Шас это не партия сефардов, а Шиша Сдарим, 6 разделов. И запомните, какие это разделы. Как их распределил Раби Иуда Наси? Очень просто, потому что это делается, как все в израильской армии, с помощью аббревиатуры. Зман Накат. Зман Накат – это Седер Зраим, который говорит о сельском хозяйстве и заповедями, связанных с землей. Моэд, который говорит о праздниках и шаббатах. Нашим, который говорит о семейных отношениях и юрисдикции семейной. Незикин – это законы ущерба и юридические всякие проблемы. Кедошим – то есть законы принесения жертв в храме. И Теорот – законы ритуальной нечистоты. Окей? Это 6 разделов. Каждый раздел делится на трактаты, каждый трактат делится на главы, и каждая глава делится на мишнайот. И таким образом вся эта система разрабатывается Раби Иуда Наси, записывается здесь в Бет-Шеарим. В конце своей жизни Раби Иуда Наси был очень больной человек.
Климат местный ему не подходил, и он переезжает в Ципорий, который более горный город, и заканчивает работу над Мишной в Ципорий, и поэтому Санедрин за ним из Бейчарим переезжает в Ципорий, но Раби Иуда Наси в своем завещании просит, чтобы его похоронили в Бейчарим. И поэтому церемония похорон выходит из Ципорий, 20 километров отсюда, и идет до Бейчарим. Раби Иуда Наси просит, чтобы его... Ему не делали церемонии в каждой деревеньке, делали только в крупных городах, чтобы не задерживать людей. Приходят люди сюда. Вы видите вот наших друзей, которые стоят на вот таком амфитеатре. На этом амфитеатре сидят и учатся в его память. Приходят сюда и в этой пещере, которая за моей спиной, хоронят Раби Иуда Наси. Откуда я знаю, что именно эта пещера становится его последним прибежищем? Несколько моментов. Первый момент. У Раби Иуда Наси, мы сказали, мы говорили про богатых, красивых и умных, было два сына. И был ближайший ученик. Ближайший ученик Раби Иуда Наси, звали его Раби Ханина. По-гречески Раби Анина. Потому что в греческом языке нет звука хет, буквы хет, и поэтому Вифлеем это Бейт Лехем и так далее, поэтому Йоханан это Иоанн, и поэтому Раби Ханин это Раби Анина, а также было у него два сына, одного звали Гамлиэль, а второго звали Шимон. В этой пещере, над которой, во-первых, есть вот этот вот амфитеатр для учебы, что говорит о важности похороненного, но внутри этой пещеры мы находим три надписи. На первой написано: это могила Раби Ханины. На другой написано: это Раби Гамлиэля. А на третьем месте написано: Раби Шимон. Без этого. Без этого могила. Судя по всему, там он сидел. Окей? Гамлиэль.